Сегодня 24 июня 22 года. Прибыл на реку Чичимара, на мост через реку Чичимара. Вода, мы видим, конечно, ужасная опять. Грязная, мутная. Паводок уже кончился весенний давным-давно. Дождей тоже нету. Погода хорошая, сухая. Вода во всех речках упала. Вода как была грязная, так и есть. Сейчас поедем вверх по Чичимаре до артели старателей Амгунь. Будем смотреть их отстойники. Место впадения ключа Аланде, который моется в реку Чичимара. Так, вот место впадения воды с отстойников. Вот с крайнего отстойника идет отвод, канал отвода. И вот она, мутная вода, сливается с чистым ключом Аланде.